Всем привет из отдела туризма магазина «Активный отдых». Сегодня мы будем говорить про очень интересную и полезную вещь. Наших туристов и рыбаков не остановит никакая суровая зима. Они по-прежнему ходят в походы, поднимаются в горы и сидят на льду у своих лунок, ловят рыбу. Конечно же, замерзают очень сильно. И на помощь им сейчас у нас приходит наука и техника, которые вот американские разработчики, фирма Thermocell, придумали вот такие стельки с подогревом. Что может быть вообще более передовым изобретением, чем стельки с подогревом, я просто не знаю. Система здесь очень простая, как ни странно, и очень удобная. С виду это просто обычная стелька, вот, но внутри у нее расположен нагревательный элемент, зарядный блок и блок управления. Управляются они вот таким вот маленьким пультом, на котором всего три кнопочки. Вот. Кнопка нагрева, температура 44 градуса, 38 градусов и выключение. То есть ничего сложного, все прекрасно. Вы просто берете стельку, вставляете ее в сапог, нажимаете кнопочку, и она вас греет. Вам прекрасно, то есть о том, как бороться с холодом, вы уже не думаете, просто наслаждаетесь тем, что вокруг вас. Горы, природа, или вот можете все свое внимание посвятить рыбе, которая должна появиться из вашей лунки. Эти стельки, к сожалению, не вечный двигатель, и их тоже нужно заряжать. Для этого предусмотрено специальное зарядное устройство, которое по форме отдаленно напоминает электросушилки для обуви. То есть два проводка. Вот стельки нужно предварительно отключить, когда мы их начинаем заряжать. И нужно вставить вот эти вот штуки в разъемы до щелчка. А само устройство включить в розетку. Устройство мы включили, горит зеленый огонек, значит, стельки у нас заряжаются. Как только заряд будет полным, этот огонечек погаснет. Не пугайтесь, если вы его не увидите. Это просто говорит о том, что стелька полностью заряжена и можно ее уже использовать. Вот, стельки наши заряжаются. Время заряда может составлять от 3 до 5 часов. Внимательно читайте инструкцию. А полного заряда хватает на 5 часов непрерывной работы. Поэтому целых 5 часов вам не страшен ни холод, ни ветер, ни всякая другая непогода. Активного вам отдыха, следите за нашими обзорами, подписывайтесь на наш канал, мы всегда рассказываем много интересного.